Рэй Уинстон. Тимуэра Моррисон. В фильме «Следопыт». Оператор Харви Харрисон. Композитор Дэвид Бёрнс. Во время англо-бурской войны с 1899 по 1902 год Новая Зеландия впервые сражалась за границей. Более 6000 жителей ушли на фронт добровольцами, чтобы сражаться вместе с британцами с южноафриканскими бурскими фермерами. Когда война закончилась, некоторые буры, чьи фермы были уничтожены, присоединившись к британским солдатам, отправились в отдаленные уголки Британской империи в поисках нового дома. Продюсеры Дэвид Бёрнс и Тревор Хейсом. Автор сценария Николас Ван Палант. Режиссер Иэн Шарп. Новая Зеландия, 1903 год. Список пассажиров, сэр. Отлично. Южная Африка, Новая Зеландия. Рядовой бур. Кто такие Эдмунды? Три брата, сэр. Всех перевели в Южную Африку в один день. В день моего рождения, сэр. Серьезно? Не может быть. Сэр? Что он здесь делает? Брук, отправляйся в порт. Пусть таможенники задержат этого типа, Ван Димена. Бура из Южной Африки. Привези его сюда. Скажи ему... Скажи... Майор Карлайл хочет его видеть. Есть, сэр. Дай мне другую лошадь. Есть, сэр. Брук, куда это ты так торопишься? Майор приказал мне привезти одного из буров. Дай взглянуть. Они все заслуживают виселицу, а не королевское помилование. Как его зовут? Черт возьми. За мной, Брук. Следующий, пожалуйста. Ой. Мистер Ван Даймон. Димон. Ван Димон. Мистер Ван Даймон, что привело вас в такой отдаленный уголок мира? Ну... Мне интересно. Интересно? Должно быть вам очень интересно, раз вы проехали тысячи миль. Точно, мне интересно. Мне интересно, почему вы, парни, пересекли два океана, чтобы помочь британцам сжечь мою ферму. Ариан Ван Димен. А я подумал, что война закончилась. Только не для тебя, ублюдок. Ты арестован.
Сдай оружие. Пошел. Верни ему оружие. Живо, тупица! Убери револьвер. Вы знаете, кто это? На этом все. Спасибо, Сандерс. Боже. Смотри, как бы не пришлось на тебе рапорт писать. Возвращайся в Портбрук. Поприветствуй настоящих солдат. Есть, сэр. Прошу прощения за такой прием, мистер Ван Димен. Пожалуйста. Сандерс служил со мной в Южной Африке. Кажется, он забывает, что война закончилась. Уверен, вы меня понимаете. Значит, вы все-таки существуете. Целый кавалерийский отряд искал вас почти 2 года. Мы обшарили всю Трансвааль, пока вы устраивали там хаос. А вы, майор, даже не смогли поймать простого фермера. Что вы собираетесь здесь делать? Вы вдали от дома. Вы тоже. Напротив, теперь это мой дом. Дом. Теперь для вас, британцев, большая часть света — это ваш дом. Хотите купить здесь землю? Снова построить ферму? Похоже, мы не оставили вам выбора, да? Как бы там ни было, мистер Ван Димен, надеюсь, вам будет здесь хорошо. Что это? Это частичка дома. Дома? Что это значит? Это принадлежало моему деду. Иногда он плакал над этим. Это похоже на песок. Красный песок. Ты очень красивая. В городе есть более красивые девушки. Жены офицеров. Нет, я видел много женщин. Полинезийки, на Таити. Там ты бы была принцессой. Убери лапы, я и сам могу идти. Сержант, вам уже хватит на сегодня. Капрал, это решать старшему по званию. Так точно, ваше высочество? Будь осторожнее, Тедди.
Сынок, не тыкай мне. В конюшне горит свет. Что происходит? Ну надо ли. Что тут у нас? Это же юная Люси и чертов дикарь. Что вы тут делаете? Хотя это очевидно. Кажется, я тебя не знаю. Вы его знаете? Первый раз вижу. Интересно, откуда он взял деньги? Ты ведь не собирался красть наших лошадей? Он с тобой разговаривает. Думаешь, он понимает по-английски? В любом случае, он находится на собственности армии. Думаю, он заслужил наказание. Прими свое наказание достойно, как хороший дикарь. Держите его. Это чтобы ты больше не связывался с нашими женщинами. Что ты сказал? Оставь его в покое, ублюдок! Надо было соглашаться на наказание. Боже, ублюдок! Боже милостивый! Господи, Боже! Ты убил его! Черт возьми, ты убил его! Ты убил его! Нам нужен врач. Позовите доктора. Значит... Вы вошли в конюшню, и он просто напал на вас. Да, сэр. Без причины. Мы спросили его, что он там делал. Вы решили, он хочет украсть лошадей. И все? Так точно, сэр. Левин? Все так и было. Все так и было? Да, сэр. Все. Все так и было, сэр. Он вчера прибыл на китобойном судне. Сержант Леберн? Сэр, думаю, далеко он не уйдет. Отлично, надо его догнать. Говорят, его видели у побережья. Мне нужно полдюжины людей. Этого хватит. И лошади. Он ушел пешком, мы быстро догоним его. А как насчет собак? Нет, собаки не нужны. Это не охота. Нам не нужна охота. Этот местный скаут... Мистер Брайс, сэр. Да, Брайс. Пусть соберется и будет здесь через час. Выдвигаемся на рассвете.
Ван Димен? Полагаю, вы ничего не видели. Нам бы пригодился хороший следопыт. Награда 100 суверенов. 100 суверенов за живого, 25 за мертвого. Это большие деньги. Видишь этого типа? Он убивал британских офицеров. Я не подпущу ублюдка близко к себе. Сержант, нам не нужны лишние проблемы. Вы не в состоянии сопровождать нас. Вы оба вернетесь в бараки. Это ясно? Да, сэр. Что ж? Да, сэр. Вчера в порту я не видел ни одного китобойного судна. Они отчалили без него рано утром. Капитан был чертовски зол на него, орал на всех, как ненормальный. Я все слышал, я был рядом. Чего он так разозлился? Он остался без гарпуниста, хороший метатель гарпуна, большая редкость. Это все его вещи? Да, это и вещмешок. Это тоже? Да. Спешится. Сержант Лайберн, лошадям надо отдохнуть несколько минут. Есть, сэр. Мистер Брайс? Что такое? Маори. Видите? Весь вес на пальцах. Нет следов пяток. Вес нормальный. Судя по шагам, это он. Это он. Если он и дальше будет двигаться по побережью, он найдет лодку и уплывет в открытое море быстрее, чем вы сможете что-либо предпринять. Отлично. Рядовой Беккер, сэр, обойдите камни, может, нам удастся добраться до мыса, до прилива. Есть, сэр. Мистер Ван Димен, что-то не так? Это не он. Я не хочу обидеть мистера Брайса, но наш парень привык носить обувь. А этот человек никогда не носил ботинки. Никогда. Майор, при всем уважении, я думаю, это не просто обычный морячок. Он направляется домой.
Сэр, если мы стартуем сейчас, мы сможем добраться туда до прилива. Спасибо, Бейкер. По коням! Ван Димен! Ван Димен! Черт, его возьми. Бейкер, бери его лошадь. Есть, сэр. Мистер Брайс? Мистер Брайс? Ваш парень ушел с пустыми руками? Да. Мистер Ван Димен был прав. Хлеб. Лепешки Маури. Где бы он их взял? Взгляните на размер костра. Кем бы он ни был, он никуда не торопится. Мистер Брайс, вы хотите сказать, что мы весь день преследовали не того парня? То же телосложение, тот же рост, но другой туземец. Надо было брать собак. Мы вернемся назад, начнем преследование с того места, где нас покинул мистер Ван Димен. Вы уверены, что справитесь? Вместо одного у меня будет два следа. Тогда нам лучше выдвигаться. Рыбачил.
Голова, ноги. Значит, ты знал, что за тобой следят? Хорошо. Сделал себе ботинки. Умный парень. Майор, надо идти дальше пешком. Ладно, спасибо, мистер Брайс. Рядовой Бейкер. Да, сэр? Утром отведи лошадей обратно в лагерь. Есть, сэр. Краутер, майор, твоя лошадь повезет вещи.
Не шевелись, пока я не скажу. Сказал, не шевелись. Стой смирно. Стой. Заткнись. Черт возьми. Так-то лучше. Сколько тебе за меня заплатят? Сколько? 100 суверенов за живого, 25 за мертвого. 25. Многих бы устроила такая сумма. Мне повезло, что мне попался ты. Если понадобится, я убью тебя. Любой, кому хватило бы четвертака, не смог бы найти меня. Да, пожалуй. Разница в 75 суверенов за живого и мертвого. Что я получу, если дам тебе обещание, что не подавлюсь? Просто иди. Что ты читаешь? Я задал тебе вопрос. Воздающие мне злом за добро клеветали на меня, ибо я ко благу стремился. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. 37-й псалом. Я много времени провел в миссионерской школе. Там я научился читать. Так ты образованный. Разве это что-то меняет? Возможно. Почему? Потому что образование отличает цивилизованного человека от дикаря. Значит, здесь нет дикарей. Миссионеры научили всех нас читать. Всех. Мой отец мог процитировать вашу Библию от корки до корки. Он говорил, ты не знаешь своего врага, пока не узнаешь его Бога. И он узнал нашего Бога? О, да. Он с ним встретился. На виселице. И сколько теперь стоит моя жизнь? 100 или 25 суверенов? Я не убийца. Тебя будут судить. Меня повесят. Что это? Дай посмотреть. Дай. Ты можешь мне доверять. Жена, дочери. Красивые. Да. Сколько лет твоим дочерям? 8, а близняшкам 6. И где они живут? В городе? Они не живут. Они похоронены где-то в Южной Африке. Говорят, когда дети умирают, они навсегда остаются детьми.
Нельзя рассказывать историю и не закончить ее. Это плохо. Это плохо для твоей души. Стойте. Подождите. 2 часа. Ладно, пошли. Это всего лишь Моуку. Ты знаешь, что его можно есть? Прости, но ведь ты не рос здесь. Видишь это? Съешь это, и тебя будет выворачивать неделю. Наверное, не стоило тебе этого говорить, да? По слову его стала вода, как сток. Я мог бы построить для нас лодку. И по изречению уст его явились вместилище вод. В повелениях его все его благоволение. Не двигайся. Я не двигаюсь. Повернись. Медленно. Брось оружие. Брось оружие. Нет. Что? Бросай. Нет. Я застрелю тебя. В стволе. Нет патрона. Пока ты передернешь затвор, я пущу тебе пулю меж глаз. Ты лжешь. По правде говоря, я и сам не уверен. Последние пару дней я был рассеянным. Но мы узнаем, когда ты нажмешь на спусковой крючок. Вот и посмотрим. Я тебе не верю. Хорошо. Я нажимаю. Хорошо. Если ты прав, я покойник. Если прав я, ты покойник. Но сначала тебе надо нажать на спусковой крючок. Брось оружие. Нет. Брось. Это ты бросай. Я не брошу. Я не брошу. Хорошо. Идем к берегу. Держи руки так, чтобы я их видел. Нет. Нет. Я нажимаю. Я рискну. У меня ноги мерзнут. Надо было остаться на берегу. Ты самый занудный тип из всех, кого я видел. Только за это стоит тебя убить. Я думал, ты не убийца. Не убийца, иначе бы я давно убил тебя. В таком случае ты покойник. Этого мы не знаем, правда? Я хочу курить. Нет.
Черт возьми. Черт возьми. Давай. Здесь они встретились. Стоять. Теперь их двое. Двое? Двое мужчин? Ладно, куда идти? Туда. Сайбин. Сибайн. Это твоя жена? Что это за язык? Я же говорил. Я из Южной Африки. Ты один из буров. Звучит как свинья. Бур. Бур. Это значит фермер. Ты самый странный фермер из всех, кого я видел. Ты воевал с британцами, да? Мой дед вел наших людей против британцев. Он был великим лидером и воином. Но он потерпел поражение, как и ты. Это опозорило наш народ. Мы стали Тангата Хара, людьми греха, повстанцами. Я не терпел поражения. Тогда почему ты здесь, на моей земле? Где твоя ферма, фермер? Ты сражался с британцами и тоже потерпел поражение, да? Но и это еще не все. Где ты научился выслеживать людей? Эй. Дабе. Дабе. Что значит дабе? Дабе. Дабе. Слуга моего отца. Старый Готентот. Готентот? Готентот. Что значит Готентот? Местный поселенец Южной Африки. Поселенец? Никогда таких не видел. И не увидишь. Их больше нет. Вообще. Вроде меня. Хоть они и тупые, но они поймают тебя. И, наверное, пристрелят. Я бы на твоем месте беспокоился о том, найдут ли они меня. Ты не сможешь бегать вечно. Кто-то из нас найдет. Молись, чтобы это сделал не я. Только это не я бегаю. Кажется, это ты от чего-то бежишь. Думаю, ты бежишь от своей души. Развяжи веревку, пока я не сломал тебе шею. Знаешь, когда ты долго плаваешь на судне, нужно научиться ладить с парнями. Если кто-то этого не умеет, его высаживают в ближайшем порту. С тобой мы бы не стали ждать до порта. Как умерла твоя жена? Заболела?
Ты ее довел до смерти. Прости. Не стоило этого говорить. Спасибо. Иди. Что это? Вяленое мясо. Лучше я умру от голода. Вот здесь. Здесь что-то есть. Кровь. Они дрались. В какую сторону? Пошли. Может, проще подождать, пока река станет мельче? Нет. Я не стану рисковать из-за дождя. Дождя не будет. Я моряк. Я могу предсказать погоду по цвету воды. Я соврал, ясно? Соврал. Пошли. Ты хочешь, чтобы меня повесили за то, чего я не делал? А что бы ты сделал? Что? Мистер Молчун! Мистер Молчун! Скажешь еще хоть слово, я сам повешу тебя на том дереве. Значит, ты тоже лжец. Боже милостивый! Ты даже когда молчишь, врешь. Все, что ты не говоришь, сплошная ложь. Да что ты несешь? Надо же. Это второй вопрос от тебя. Ты собираешься отвечать? Ты только что сказал, что повесишь меня, если я не заткнусь. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Твоя жена погибла во время войны. Это не твое дело. Так и было, да? Это не твое дело. Я просто спросил, какая тебе... Нет. Я просто... Она не погибла во время войны. Но ты вроде сказал, я не знаю, как она умерла, ясно? Ясно. Когда британцы не смогли одолеть нас... Лорд Китченер послал свои войска, чтобы сжечь наши фермы. Они согнали наших женщин и детей, как скот, в лагеря с колючей проволокой. Я не знаю, как они умерли. От болезни или от голода. Об этом некому рассказать. Значит... Мы оба ненавидим британцев. Я не испытываю к ним ненависть. Испытываешь? Нет, не испытываю. Какое-то время я ненавидел Бога. Я стоял перед Ним. Я бронил Его. Я был зол. Я думал, я знал Его. А потом я вспомнил, что не Господь породил жестокость во мне. Вот Он убивает меня, но я буду надеяться,
Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его. Все равно, я думаю, ты ненавидишь британцев. Думаешь, сможешь убедить меня отпустить тебя? Не знаю. Думаешь, если мы с тобой похожи, ты окажешься на свободе? Я воевал во имя целей, а ты обычный преступник. Я не преступник. Это вы пришли на мою землю. Мои предки назвали эти горы и реки. Это мое наследие. К тому же, я спас твою жизнь, свинья. Все дело в уважении. Я расскажу тебе про уважение. Во время войны мы отрезали указательные пальцы самых храбрых пленных британских офицеров. Только самых храбрых. Тех, кого мы уважали. Это ты должен понять. Так я поступал с теми, кого уважал. Значит, мне не на что надеяться, да? Из-за надежды такие глупцы, как ты, погибают. Сержант, надо отправить капрала Краутера назад на базу за провизией. Наша погоня затягивается. Есть, сэр. Объясните Краутеру, где мы будем вечером, потому что я понятия не имею. Майор, это будет лишь предположение. Да, конечно, мистер Брайс. Думаете, он поймал его? Этот Ван Димен? Без сомнений. А слухи о нем — это правда? О том, что он убивал наших людей? Рядовой, скажем так, если бы не награда, нам бы не пришлось казнить этого типа. Я думаю, это было бы правильно. Дрейк был хорошим парнем. Дрейк был кретином. Он позорил армию и свое звание. Прошу прощения, сэр, но он не заслужил такой смерти. Нет, ты прав. Не заслужил. Ты еще ни разу не был в бою? Нет, сэр. Ни разу не был. Но, надеюсь, побываю. Маленький совет. Постарайся, чтобы в будущем, когда дети спросят тебя, что ты сделал во имя королевства, у тебя был достойный ответ. Прошу прощения, сэр. Если он еще жив, его будут судить. Если он виновен, его повесят. Это будет показательный суд. Тропа Руамана. Он наш духовный хранитель. Он известен тем, что спасает людей в опасности. Что? Это. Белые люди называют это Телсен Гордж. Дай посмотреть. Дай. Можешь вынуть пистолет и застрелить меня. Не сомневайся, я так и сделаю. Один выстрел стоимостью 75 саверенов? Неплохо. Север, юг, восток. Ой. Черт возьми. Держись. Нет. Мне на все плевать. Я тебя отпущу. Отпускай. Отпущу. Валяй. Отпускай. Клянусь, я выстрелю в тебя. Попробуй. Но чтобы достать пистолет, тебе придется отпустить веревку. Если прыгнешь, я тебе шею сверну. Или ты можешь упасть со мной. Со своим мешком, ружьем и толстым брюхом. Ты сразу пойдешь ко дну. Я застрелю тебя, пока ты будешь падать. Ты можешь промахнуться, а я могу утонуть. Меня может спасти Руаману. Но мы этого не узнаем, пока ты не отпустишь меня.
Хочешь подраться? Давай. Вставай! Вставай! Я не виновен! Я не виновен! Да что с тобой такое? Я просто соблюдаю закон. Ты лжец. Закон здесь ни при чем. Главное, это деньги. Ты продал свою душу. Ты же знаешь, меня повесят за то, чего я не делал. Там были свидетели. Да, солдаты. И женщина. Это белая женщина, а я Маори. Это сделали солдаты. И солдаты повесили моего отца. Они заставили меня на это смотреть. Они держали меня за голову и заставили смотреть на то, как они вешают моего деда. Если ты убьешь меня, ты обречен. Они найдут тебя, даже если пройдет много лет. А сколько стоит несколько лет для обреченного человека? Убей меня. Давай. Давай. Не можешь, да? Ты не можешь. Гате, ататукуи. Уринеки томонга. Канеке куи, акамате. Боя! Канеке куи, канеке куи, акамате. Уринеки томонга. Ты в порядке? Все нормально, мистер Брайс. Спасибо. Чертов туземец. Хватит! Нет. Хватит, мистер Брайс. Если только вы не собираетесь нести его на руках. Сержант, свяжи его. Ренвик, принеси веревку и свяжи его. Мистер Ван Димен, похоже, вам пришлось нелегко. Можете не беспокоиться. 100 суверенов ваши. Превосходно. Восхитительно. Давай, поднимайся. Вставай, дикарь. Ренвик, помоги. Чертов ублюдок. Майор, если связать ему руки спереди, он сможет идти быстрее. Сержант, сделай, как говорит мистер Ван Димен. Сэр. Ренвик. Сержант, я не ожидал увидеть вас до нашего возвращения. Нет, сэр.
Капрал Краутер сказал, вы приказали мне привезти провизию. Уверен, капрал этого не говорил. Но раз уж вы здесь, займитесь делом. Главное, запомните, сержант, это не вендетта. Сильные ублюдки, да? Моя родня воевала с ними здесь 30 лет назад. Они хорошие воины, очень умные. Когда они совершают этот ужасный танец войны, они кричат, как дикие кабаны. Если видишь это, значит, у тебя проблемы. Свирепые. А женщины еще хуже. Прошу прощения. Тебе стоит знать, я женился на одной из них. Мясо? Спасибо. Спасибо. За это. Наверное, ты был хорошим солдатом. Я никогда не был солдатом. Скорее, мы были небольшим отрядом. Мы остановили британцев, но ненадолго. Ты сражался за свою землю, за свободу. Это значит, ты был солдатом. Сражался за свободу? Так и было, да? Я тебе расскажу про свободу. Как-то утром, через день после Нового года, я ехал домой на свою ферму. Тогда я увидел Дабы в последний раз. Он висел на соседском дереве. Британцы повесили твоего Дабы? Нет. Не британцы. Мой сосед. Он повесил его за кражу утки. 82 года. Он бы не стал красть у белого человека. Мой друг повесил его на дереве. И он висел там полгода. Ты отомстил за него? Нет. Я пошел на войну и сражался за право этого ублюдка поступать так снова. Вот свобода, за которую я сражался. Без свободы мы никто. Когда повесили моего деда, он позвал меня. Пора, Кариама. Ты должен избавить нас от этих страданий. Жаль. Но я сбежал. Это другое. Ты был ребенком. Поэтому меня и не повесили. Я был еще маленьким.
Солдаты просто сбросили трупы в яму. Я даже не смог их похоронить нормально. Так что я сбежал. Но я всегда знал, что мне придется вернуться, чтобы освободить их. Поэтому ты вернулся домой, чтобы сохранить честь своей семьи. У меня почти получилось. Это вон за той горой. Но ты не пустил меня туда. Не пустил. Ты и твои дамы. Сандерс, ты можешь не присматривать за заключенным. Вставай. Эти веревки разрезали. Видишь? Он умеет освобождаться от веревок. Умеет? И ты это знал? Ты его отпустил? Мне было непросто поймать его. На кой черт я бы стал его отпускать? Одно ясно точно. Кто-то его отпустил. В большой спешке. Он руки освободил. Мы его поймаем, сынок. Как он, сержант? Дикарь сильно избил его, но он поправится. Мистер Брайс? Долго еще? 2-3 часа. Но он в плохой форме. Он оставил следы. Он не уйдет далеко. Ван Димен? Мистер Брайс знает свое дело. Прошу прощения, господа, но у меня осталось незаконченное дело.
Ладно, выдвигаемся. Майор Карлайл, сэр. Надеюсь, у вас что-то важное. Я хотел спросить, сэр. Раз заключенный вооружен. Вооружен? Чем? Чем? А разве сержант Лейборн вам не сказал, сэр? Заключенный удрал с ружьем Ренвика. К сожалению, оказалось, что правосудие – это роскошь, которую мы уже не можем себе позволить. У вас есть мое разрешение стрелять на поражение. Однако, это не охота. Это не спорт. Любой, кто не убьет его первым выстрелом, пойдет под трибунал. Это ясно? Мистер Брайс? Мистер Брайс? Он мог уйти двумя способами. Один из них... Пожалуйста, не говорите, что я найду его. Сделайте это и побыстрее.
Это священное место. Обитель Руамано. Я приходил сюда с дедом, когда был маленьким. Я ждал снаружи пещеры, пока он заходил внутрь и беседовал с духовными хранителями. Теперь пришло мое время. Пора осветлить ману моих отцов. Отсюда есть только один выход. Ты знаешь эту местность. Райс потерял след, но ненадолго. Надо уходить отсюда. Поверь мне, теперь они тебя застрелят. Я все время думаю, зачем вы отрезали указательные пальцы британским солдатам? Господь говорит, что убийство — это грех, если только ты не защищаешь свой дом и своих родных. Так мы не давали хорошим людям грешить.
Брайс превзошел твои ожидания. Здесь можно укрыться. Если мы разделимся, мы сможем их обойти. Но они все равно будут преследовать нас. Нас еще не поймали. Я не могу бежать, не могу лезть наверх. Мне их не обойти. Придется. Я не могу бежать. Может, и не придется бежать. Это твоя жизнь. Нет, это и твоя жизнь. Я не убийца. Мы же можем дать им отпор, да? Мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Кое-что важное. Нет. Ты должен. Я не буду. Ты должен помочь мне добраться до Гавайки. Что? Это последнее прибежище для нашего народа. Не дай им повесить меня. Я не хочу погибнуть, как мои предки, на виселице. Без маны. Без достоинства. Дальше я сам. Сандерс, Брайс, правый фланг. Сержант, ты со мной. Черт. Ван Димен? Еще один трофей для правосудия Его Величества. Он был храбрым. Он заслуживает уважения. Не самое выгодное решение, Ван Димен. А у меня остались накопления. Черт возьми, мне нужна его голова. Тогда поплатишься своей головой. Надо отвезти тело обратно. Пусть ваши люди похоронят его. Мы не можем бросить его здесь. Простите, мистер Ван Димен, мы уже достаточно времени потратили на него. Думаешь, Бриджит понравится здесь? Конечно, сэр. Я заказал белье, которое вы просили. Оно прибудет к приезду вашей жены.
Он жив. Сержант! Сержант Лейберн! Я хочу, чтобы в каждом порту ваши люди искали Маури без указательного пальца. Проклятие! Я хочу, чтобы его арестовали и привели сюда живым. Ван Димен? Майор. Я слышал, вы нас покидаете. В этой стране для меня нет ничего интересного. Австралия? Говорят, там одно местечко назвали Ван Димен. Это мне нравится. Уезжаете без награды? $25 суверенов. Можно было получить в 4 раза больше. Он ведь жив, да? Вспомнили старые времена. Он даже не кричал, когда вы отрезали ему палец. Наверное, у вас были свои причины. Но мне их не понять. Большая сумма. Откуда такая щедрость? Вы ведь были там, да? Это вы отдали приказ. Вы отдали приказ сжечь мою ферму. Нет, не отдавал. Скажите, в доме кто-нибудь был, когда он горел? Нет. В этом я могу вас заверить. Сэр! Мы готовы. Капитан скоро поднимет якорь. Да. Майор. Ван Димен. Знаете, я отправил людей в каждый порт, на каждую китобойную станцию. Это тебе знакомо? Самое большее вы дали ему несколько недель, может, дней. Искренне надеюсь, оно того стоило. Вы знаете, что означает несколько дней жизни для обреченного человека. Вот здесь.
фильме снимались Рэй Уинстон, Гаррет Ривз, Марк Митченсон, Тимуэра Моррисон, Энди Андерсон и другие. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. Режиссер Екатерина Покровская. Звукорежиссер Александр Зубов. Перевод Игоря Ильинского. Текст читали Наталья Казначеева и Александр Головчанский. We'll be right back.